Девчонки, Машта Урилшу. Ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток вам, девочки. Собираюсь пожарить картошку отдельно и мясо курицы. Сейчас буду разделывать курочку. Кило 900 курица. Не было особо выбора, чтобы получше выбрать на этот раз. Ну что сделаешь? С халяльного магазина. Себе какой-нибудь овощной салатик. Свежий, наверное, огурцы, помидор, мясо. На домашнем уже картошка. У меня оставался бараний жир. Вот на этом масле я буду картошку готовить. На этот раз, чтобы купить мясо, баранина не было, и курица не было никакого такого выбора хорошего. Но взяла все-таки одну курочку. Все собираюсь выложить для вас рецепт. Плейлист для здоровья. Там будете смотреть, девочки. Тут же у нас нельзя прямо обговаривать. Есть такая модная болезнь, скажем, простуда такая, скажем, попроще. Я вам выложу, что мне помогло в тот период. Я дважды переболела этой такой, знаете, новомодной. Вы меня поймете. Иншалла, добавлю вам в плейлист это видео, сниму. Времени вообще, день вообще быстро проходит, девочки. Очень быстро. Если с дому выйдешь, вообще в магазин куда-нибудь, на почту или куда-то, вообще быстро пролетает время. Все собираюсь выложить. Есть у меня еще один рецепт для вас, который тоже мне помог. Эти два у меня пока на уме, которые я хотела быстренько как бы снять, выложить. Постараюсь сегодня или завтра сделать видео, выложить вам. Когда загружу, неизвестно, как получится. Так, сейчас почищу картошку, помою мясо, начну жарить это мясо. Девчонки, помыла. Какую часть курицы вы любите, девочки? Я люблю вот спинку. Больше на косточке мне нравится мясо курицы. Кто какую любит, напишите. Девчонки, жир у меня вот этот был курдючный. В халяльном магазине очень редко достается
бараньи хвостики как бы были от этого остался этот курдючный жир. На нем буду я сейчас добавила масло сливочное сюда. Сливочное масло. И буду как бы парить картошку в этом жире. И в конце добавлю зелень. Черный перец. Ничего другого сюда не нужно. Курицу сначала я где-то стакан воды отвариваю в воде, а потом уже когда курочка бывает уже такая готовая, тогда уже жира бывает достаточно, здесь прожариваю в золотистой корочке мясо. Девочки, я приготовила ужин. Кто ужинает? Всем приятного аппетита. Наш Айлшу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Доброго времени суток вам, друзья.